В регионе продолжается операция «Маг». Так, в Кумыжинском районе во дворе дома местной жительницы полицейские изъяли и уничтожили свыше 80 кустов мака. Все подробности в ежедневной сводке от сотрудников пресс-службы ГУМВД России по Волгоградской области. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «МАК», проводимого на территории региона с целью пресечения незаконного оборота наркотических средств и веществ, полицейскими раскрыто несколько преступлений. В Кумылжинском районе во дворе дома 40-летней местной жительницы полицейские обнаружили и изъяли 86 кустов растения «МАК». В Михайловке уничтожено более 1000 кустов дикорастущей конопли. Там же, в Михайловке, наркополицейские задержали неработающего ранее судимого 50-летнего гражданина в своем домовладении. Он организовал притон для потребления наркотических веществ. Аналогичное преступление было пресечено и в Городищенском районе. Там задержан 65-летний гражданин. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Задержанным может грозить наказание до 4 лет лишения свободы. Каждое преступление, совершенное на территории региона, находится на контроле сотрудников Волгоградской полиции. Ими принимаются все необходимые меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к их совершению. Так, например, полицейские Дзержинского района Волгограда задержали 39-летнего гражданина. Он подозревается в преступлении, совершенном еще несколько недель назад. 5 июня в полицию обратилась 50-летняя волгоградка. Женщина сообщила, что неизвестный человек похитил из ее сумки кошелек с крупной суммой денег. Накануне подозреваемый был задержан. Свою вину он признал. Возбуждено уголовное дело. В отдел полиции Тракторзаводского района обратилась 40-летняя волгоградка. Женщина сообщила, что ночью неизвестный человек повредил принадлежащий ей автомобиль «Волга», припаркованный во дворе дома по улице Синявина. Если кто-то стал очевидцем данного происшествия, просим сообщить об этом в дежурную часть Тракторзаводского отдела полиции по номеру 740771. Уважаемые жители и гости города Волгограда и Волгоградской области, если в отношении вас совершено противоправное действие, либо вы стали свидетелем преступления, сообщайте об этом в полицию по каналу связи 02, либо на телефон доверия Главного управления МВД России по Волгоградской области по номеру 30 44 44.